Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 925. Банк по срочным вкладам начисляет ежемесячный доход в размере 3% от суммы вклада. Определить величину вклада через месяц. Чтобы определить величину вклада через месяц, надо узнать, насколько увеличился вклад. По условию он увеличился на 3%. Значит, нам надо узнать, сколько составляет 3% от числа 700. А это значит, 700 надо умножить на 3% или на 0,3. Мы узнаем, насколько увеличился вклад. И это увеличение прибавить к первоначальному вкладу. Первоначальный вклад 700 рублей. А это будет 21 рубль. 700 умножить на 0,3 – это 21. Плюс 700. То есть величина вклада через месяц составит 721 рубль. Аналогично найдем величину вклада через месяц, если первоначальный вклад был 950 рублей и 320 рублей. 950 умножить на 0,3, это мы узнаем, на сколько рублей увеличился вклад через месяц. И прибавив первоначальный вклад 950 рублей, мы узнаем, сколько стал вклад. Увеличился на 28,5, стал, значит, вклад 978,5 рублей. Аналогично, если 320 рублей, то вклад через месяц увеличился на 9,6. Мы это узнали, умножив 320 на 0,03, 3% от суммы вклада. Прибавив первоначальный вклад 320 рублей, мы узнаем, что величина вклада через месяц будет 329,6 рублей. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.